Голкипер «Торпедо» Георгий Гелашвили возглавил сразу три статистических рейтинга континентальной хоккейной лиги. Во-первых, вратарь «Автозаводца» в первом выездном матче шестого сезона КХЛ оформил очередной сухарь. Во-вторых, на данный момент у Гелашвили лучший коэффициент надежности – 0,67. Ну и в-третьих, у 20-го номера «Торпедо» самый высокий процент отраженных бросков – 97,1. Справедливости ради стоит отметить, что в Братиславе статистику Георгию вполне мог подпортить Слован. Но сначала все-таки о самой игре. Переполненные трибуны «Слованафт-арены» гнали свою команду вперед. Ведь для хозяев площадки это был первый домашний матч. Плюс Слован в четырехматчевой выездной серии заработал всего 2 очка. Но в этот вечер хоккейные боги были на стороне «Торпедо». Неразбериха между защитниками хозяев на 18-й минуте привела к тому, что шайба оказалась у Тима Брента. Далее сказалась НХЛовская школа. Пас на Войта Ковальски и снаряд уже за спиной Ярослава Януса. Во втором периоде пошел более открытый хоккей, команды неоднократно могли забить. Но сначала автозаводцы выстояли при игре 3-5, а потом и вовсе с разницей всего в минуту дважды поразили ворота Слована. Все могло поменяться в середине третьего периода, но в буллитной дуэли Гелашвили Алвецки победила штанга. Кстати, та самая, которая ранее помогла забить гол автозаводцам. Тем не менее, 3-0 победа «Торпедо». И на данный момент бело-синие с 7 очками в активе располагаются на 6-й строчке Восточной конференции. Уже завтра, 19 сентября, нижегородцы в 21 час по московскому времени встретятся с пражским «Левом». Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на нашем канале. Ну а тем временем нижегородская молодежная команда «Чайка» не иначе как триумфально выступает в регулярном чемпионате МХЛ. Подопечные Вячеслава Рьянова одержали 6 побед в 6 матчах. Единственной осечкой стала игра против «Снежных барсов», где все решилось только в серии буллитов. В итоге в активе нижегородцев сейчас 17 очков и вторая строчка Восточной конференции. Добавим, что последним поверженным «Чайкой» клубом стали «Кузнецкие медведи». В матче против этой команды наши хоккеисты победили со счетом 5-3. Голами в составе «Чайки» отметились Даниил Ильин и Степан Вырин, а Игорь Рудников оформил хет-трик. Григорий Жигин, «Объективно спорт», ННТВ.